Владимир Путин побывал на судостроительном комплексе «Звезда», где принял участие в церемонии именоречения арктического танкера-газовоза Алексей Косыгин и танкера-челнока Валентин Пикуль. Владимир Путин поздравил работников предприятия и экипаж и выразил уверенность, что новые суда будут достойны своих прославленных имен. Сегодня у нас значимое событие для российского судостроения, для транспортной отрасли страны. Свои имена будут присвоены двум новым судам гражданского флота. Нефтяной танкер будет носить имя нашего писателя, любимого многими писателя Валентина Савича Пикуля, чье творчество во многом посвящено отечественной истории, нашему флоту, защитникам наших дальневосточных рубежей. А танкер-газовоз назван в честь государственного деятеля, председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, человека, который внес огромный вклад в развитие Дальнего Востока, всей нашей страны, экономики, ее ключевых отраслей. Проявил себя талантливым организатором в годы Великой Отечественной войны. Уверен, новые суда будут достойны этих прославленных имен. Ведь это современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда, без преувеличения одни из лучших в своем классе в мире. Они способны работать при экстремально низких температурах, в суровых климатических условиях, проходить через ледяные преграды, перевозить большие объемы нефти и газа. Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны, арктической державы, востребована для реализации нашей долгосрочной стратегии по освоению Арктики, для обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира.